Вода течет, ее надо остановить. Она очень высоко течет. Я вообще бы, будь я Кратосом, заморозьте деревянный желоб. Тебе удалось перекрыть воду в желобе. Вот так. Пойдем дальше. Жестко. Так, надо попить. Наверняка рядом найдется еще пара. Надо искать. Это важно. Там топливо. Слишком. Так, и ластовую надо. Я понял прикол. И записку. Согласие здесь в больших кавычках. Да, что там написано? А. Деньги, 8 рублей. Стоп. Ах ты, тварь. Вот это да. Гениально. Нарок нашел. Не нужно, я хочу хп больше. Если поможешь, я заберусь наверх. Давай. А вот Тони, хочешь открыть, помочь мне? Отлично! Пойду давай. Осмотрюсь там. Да, давай, давай, давай. Отец, здесь есть ворота, ведущие ко входу в шахту. Если ты поднимешься, поможешь мне их открыть. Если. Да что ты, допрыгни. Не такие у тебя плохие колени. Атрей. Артур. Надеюсь, ты сможешь допрыгнуть. Ага. Еще один деревянный желоб. Интересно, как гномы до такого додумались? Да уж. Лень поистину двигатель прогресса. Зачем работать самому, если можно заставить работать бот? Жестко. Надеюсь, Тюр здесь. Атрей, нам нужны лишь сведения. Знаю. Перестань говорить так, словно я пытаюсь начать войну. Но ты этого не отрицаешь. Братья, может, оставим эту тему хотя бы на время? Короче, ну подожди, ну если вот так можно. Поднимем каждый со своей стороны. Кого? А. Тяжелее, чем я думал. Спасибо. Идем дальше. Не-не-не, не идем, подожди. А как же секретки?
Я вообще смогу потом обратно подняться здесь? Это секретка. Все, слава богу. Надо додуматься, как вот это вот взорвать. Там еще сундук. Вход в шахту должен быть здесь. Похоже на арену для файта. Ладно. Принес вам кое-что. Синдри! Что это? Раз у вас при себе нет источника света, простите, и вы не видите, какие ужасы могут прятаться во тьме, возьмите. Ну ладно, все, ступайте своей дорогой. Спасибо, Синдри. Погоди, а что ты имел в виду под ужасами во тьме? Сейчас оттуда выпрыгнет что-то. Ладно, не выпрыгнул. Берегись! Лобень наверху! Собьем его! Как они делают вот эти вот анимации, то что оно не успевает надоесть? Я понял, зачем это разрешать. Есть! Подождите, не все. Так, подождите, мы пришли вот отсюда. По-моему, я что-то видел справа. А еще вот слева. Ну, туда как-то вообще не попасть. Я даже представить не могу как. Видимо, как-то, может быть, потом, или мы войдем через эту шахту, а выйдем там где-то в шахту. Не, ну туда не попасть реально. И еще взрывалка. Вот подождите, я надеялся на то, что здесь будет взрывалка. Тут и взрывалки нет. Потому что она не нужна. А, это шняга. Вот это шахта. Вход в нее, похоже, завален. Но должен быть другой путь. Кто бы мог подумать, реально. Сюда. Отлично. Не тупик. Пойдем узнаем, куда она ведет. Я не тупик. А, снова эти твари! Да откуда они берутся? Еще я слышу воду. Не спеши, Атрей. Смотри в оба. Вы по воде идете. Будь готов. О, сюда! Я понял, откуда взялись эти эдлы. Их может быть слишком много. Будь рядом! Так, надо, короче, к нему быстрее. И разъебывать. Во-первых, вот так, во-вторых, вот так. Брат, сзади! Да попы! Осторожно, сзади!
Ой-ой-ой, это не пропускаю. Ой, не беручка, короче, была. Осторожно, сзади! Блять. Осторожно, сзади! Да, блять, заебало, сзади, сзади, блять. Да блять! Да блять, меня! Я хочу оружие сменить! Оружие! Блять! Пиздец! Не-не-не-не-не-не-не. Да заебал ты, харч мой! Сука. Я просто его мусор, видимо, не разучил. Остался один враг! Пиздец! Да блять, да блять, серьезно нахуй? Брат, нет! Серьезно нахуй? Пиздец. Пиздец, блядь. Я разъебал гигантскую аллигатора огромного, блядь, в соляру. А это чмо не смог разъебать. Воду. Не спеши, Атрей. Смотри в оба. Будь готов. Я просто не разучил то, что он плеваться умеет. Вот как-то анимацию эту не могу запомнить. О, кажется, я понял, откуда взялись эти эллы. Их может быть слишком много. Будь рядом! Теперь смотрите. Осторожно, сзади! Да блять! Да блять! Да а как уклоняться-то, ёпта? Пиздец. Пиздец, блядь. Еле-еле справились. Еле-еле справились, реально, я в ахуе. Как же мерзко пахнут эти твари. Это от того, что мы потревожили их гнездо. Идем дальше. О, я на таком катался в Диснейленде. Прости, я знаю, ты запретил, но я все равно думаю об этом. Мы все время боремся со злом, и я не понимаю, почему нельзя делать это вместе с Тюром. Мы его не знаем. Мы же видели, он был лидером, пошел против Одина, в отличие от прочих. Раз смог один раз, может быть, сможет и снова. Давние рисунки не способны поведать всю правду. Там дверь. Выберемся, проверим. Вдруг Тюр там. Он должен быть рядом. У меня такое ощущение, что ты на меня за что-то сердишься. Там можно было вылезти. Как мы попали в Свартальфхейм, ты недоволен каждым моим шагом. Если, по-твоему, я не должен вести нас, так и скажи. Речь сейчас не о твоих способностях. Ладно, но что это значит? Дело в твоих намерениях.
Эта шахта огромна. Наверное, ее очень долго строили. Ура! Еще две. Надо ее тоже проверить. Турлин не написал, какая нужна. Нет, сами разберемся. Сука, придется все. Те твои слова насчет намерений. Я намереваюсь помочь богу войны остановить Один. А для этого нужно сперва освободить его из плена. Ну, друзья, готовьтесь. Синдри? О. И осторожнее вылезайте оттуда. Не торопитесь, тут везде торчат ржавые гвозди. Где искать Тюры, не знаешь? Думаете, я бродил по этому зловонному лабиринту? Нет, с этим вы и сами справитесь. Не знаю, вода вроде бы тут чистая. Вот-вот, вроде так, бы. Так, можно мне заапгрейдить мой левиафан? Нет. Нехуй-то. Клинки хаоса. О, можно улучшить сюда. Огонь всю грязь очищает, так что они очень чистые. Так, щит. Можно улучшить щит, да? Подожди, а каркас щита можно улучшить? Что из этого важнее, каркас щита или сам щит? Наверное, сам щит. Еще Бей можно без улучшить щит. Давайте еще... А, не, нельзя больше. А нужно что-то конкретное? Ну, я же тоже могу улучшить и эту броню. Только я не уверен, что это имеет смысл. Хотя вот это имеет, потому что она мне именно КП повышает. Подходит. Угу. Новая броня — это не повод ходить и специально напрашиваться на неприятности. Я понял. Если чего-то нет, значит и не надо. Мне предлагают что, улучшить эти рукоятки или подожди? Ну, у меня вот эта рукоятка, она мне больше нравится. Так, подожди. Я сделаю все, что нужно. Пожалуй, это лучшее, что я за сегодня сделал. Гля, впритык хватило, прикиньте. Постарайся ее не изгваздить, ладно? Кратос! Я гваздикс. Еще что-то к вашим делать? Услугам. Продать артефакты. Ну, у меня и так есть деньги, ну. Это вещь одного из мятежников, да? Бедняги. Сражаться с асами неблагодарный труд. Сами знаете. Так, ну это уже попахивает тем, что я здесь должен замораживать. Сразу за провалом дверь. Может, о! Тюр там? Тот, кто это писал, был весьма наблюдателен. Ты просто прочти мне, что там написано. Вода перекрыта. Так, короче, смотри. Там, где ты заморозил, вода льется через край. Это нам на руку. Я понимаю сейчас. Кажется, ты расчистил в воде путь, брат. Что дальше? Ну, по моему плану, она вот здесь где-то должна потечь. Получилось. Идем к двери, скорее. Деньги давай, серебро. Так, подожди. И чем? А, ну просто открывай. Тюр? Ну кого-кого, а Тюра тут точно нет. Ну где-то ведь он должен. Сюда. Шахта огромна. Атрей, что ты хочешь не дать Одину совершить? Ты как будто знаешь о его планах. Я не знаю его планов, поэтому мы... Братья, настал Фимбулвинтер, близится Рагнарёк, и Один пойдет на что угодно. Что бы он ни задумал, навряд ли это принесет пользу кому-то, кроме него. Вот именно. Да.
Мне кажется, что все-таки он что-то знает. Типа, малышня с Одином поговорила, и что-то он знает. На той стороне, там еще одна дверь. Ай, блядь. Может, это нужно? Ялла! Я забыл, что у меня есть способность, то что я впритык могу рубить чохана. Вот так вот, просто если один чел, просто рубить его. Что написано, брат? Брат, братан, братишка, брат. Сотрудничество с кем-то, да-да-да-да-да. Короче, реклама, там вот эта интеграция, я понял. Хорошо, что пошли сюда. Да сколько же тут дверей? Не хочу огорчать, но это все-таки шахта. Нет, ты все-таки огорчил. А ты видел вон там? Слева, за тем краном, сломанная дверь. Может, Тюр пытался сбежать? Посмотрим? Давай. Сейчас. Давай. Потрясающе! Переливаясь, вода питает кран. Умно. Умно. Гля, еще куда-то можно. Все секретки мои. А зачем я это сделал? По-моему, я рано это сделал. Приемник будет работать в полную силу. Почти добрались. Ты уверен? А, не, видимо, все правильно. Мы поднимемся очень быстро. Вот, теперь вода продолжит литься через края. Мне, ну... Блять. Я не понимаю. Сейчас. Блять, подожди. Я не понял. По-моему, я рано это сделал, но я бы потом бы это бы и не сделал. А, я тупой, видимо. Сейчас. Ну вот, пойдем, надо подняться. Тюр где-то тут. Ладно, тогда вот что. Подумай, каково Тюру сидеть взаперти в этой шахте. Если Бодин заточил меня, а затем я освободился, я хотел бы отомстить ему. Но в целом мне бы просто хотелось драться с кем угодно, просто потому что я снова мог бы это делать. Смотри. Я гений. Смотри. Секреточка. Видали? Откуда я гений реально?
Вот это я заможил. Мне кажется, тут его не будет, а вот в третьей двери он. Тюр! Ого! Что тут было? Тут сейчас будет пиздеч, походу. Еще Эдла! Слева! Сейчас! Это явно не тюр. Надо осмотреться. Это реликвия? Это то, о чем я говорил. Гля. Так. Блять, ну мне не хочу увеличивать себе урон в ближнем бою кратковременно. Но это пиздец. Правее! Блять, он. Я не вижу никакого ухода. Пиздец. 6 секунд действует, 118 секунд перезагружается. Лобби наверху! Собьем его! Чуть-чуть хотя бы подхилиться. Сосать плюс сосать. Чувствую ветер. Верно, тут можно выбраться. Да, вот через эту дырку очевидно чего. Опять пустое хранилище. Братец. Не, ну ладно, может быть, с ярости эта штука будет реально работать, типа мега урон какой-то наносить. Только с ярости он и будет работать. Я вообще надеялся на то, что это будет хилка. То, что, ну, можно будет подхилиться и все. Ну и. Блять, тут какие-то мега головоломки, вот они прям говорят, здесь тюрси. Кажется, мы там, где выбрались из лодки, только выше. Эта шахта похожа на огромную спираль. Кажется, я что-то слышал. Там, очевидно, не тюр, но там статуя. Челлендж. Не просто статуя. Этот каменный лик висел над входом в мировую мельницу, что построил Турин Щедрый. Поехали. Еще раз одна яма Драуша. А, нет, я думал... Кратос, ты горишь! Пройдет! Я должен добить его. Блять, у него отбилось оглушение как-то.
Ялпа! Блядь! Сейчас, подожди. Ялпа! Блядь! А! Блядь! Быстрый! Ялпа! Соса! Разве мы не убивали его в другой день? Странно. Фу, я готовился не к такому. Еще один тупик. Да где же тюрьма? Атрей, эта шахта, очевидно, заброшена. Скорее всего... Тюрь здесь. Я знаю. Указания Зурика касались только входа в шахту. Ну... Че ты? Но разницы нету между этими штуками. Нужно продолжать искать, пока не найдем. Ты же сказал мне вести. Значит, мы продолжим поиски. Так что соберись. Следи за словами. Да, ты ведешь себе. Нас. Но я говорю то, что вижу. Можешь не соглашаться, но не смей так со мной разговаривать. Все ясно? Да. Ялпа! Теперь выйдет. Жду сигнала. Давай. Еще одна дверь. Но это точно нужно. Увидим. Сперва нужно до нее добраться. Сперма. Но зачем-нибудь сюда идти? Переберись и поищи там. Кажется, там маховик. Атрей, вот еще задача на размышление. Нужно ли тому, кто всю жизнь провел в борьбе как тюр, пытаться себя показать? Такие попытки сеют лишь разрушение. Но если по пятам разрушения пойдут злодеи, то какая тогда разница? Ты же сильный. Ты поступил правильно. Сила мужа проявляется не на войне. Надеюсь, однажды ты это поймешь. Подожди, что я должен делать? Крутануть ее, и она должна в какой-то момент взорваться. Похоже, этот механизм сбрасывает руду в жолоб. Так, пока, видимо, рано. Рано. Сейчас, надо понять. Уже все болит сидеть, я уже слишком долго сижу. На месте. Так. Блядь, подожди. Я понял, но... Я назад не смогу, да, вернуться? Блядь, а как? А как? А, подожди, вот. Ну, не сработало. Что еще можно сделать? А, я вернулся. Приморозим руду к жёлобу. Да, я так и подумал как раз. Она примерно...
замерзла, перекрыла желоб, и вода течет через край. Подожди, стой. Надо это где-то, где-то вот здесь сделать. Кажется, выходит. Так. О, я понял. Так. Еще немного. Так, что еще теперь? Я никуда не смогу его опять. Может, есть способ сдвинуть платформу? О, да, очевидно, видимо, вот так. Все. Эй, мы справились. Жду у двери. Думаю, здесь. Да-да-да, здесь, но вот, смотри. Я просто опыт Кратоса. Ну что, вернемся и проверим последнюю. Да, дверь? Да, сейчас вернемся, бро. Это просто секретка. Велите земле не трястись. Знакомое зрелище. Мы снова попали в спиральную часть шахты. Ага. Но это просто, чтобы вернуться потом. Ну да, да, да. Это чтобы я потом мог здесь путешествовать побыстрее. А ты как видишь, голова? Ты смотришь сзади. Я все делаю заради хайпа, кстати. Проклятие! Вы слышали, братья? Похоже, мы не одни. Не спи. Гляди в оба. Звук шел оттуда. Там есть проход наружу. Я голодный, я хочу. Атрей, мои слова тебя задевают? Да я все понимаю. Братья, погодите. Там впереди, кажется, свет. О, кажется, пришли. Засов, арена. Чтобы это то, арена для пизделова. Внутри. Да, кладовые с одеялами так не запирают. Я понял, что нам делать. Я прям чувствую, что сейчас отсюда чепуха вылезет. Смотри. Не просто так это все. Как и рад, Гераст! Ты кто, блядь? No! Ну что-то они видят. А, еще есть. Ща. О, да, сразу троих. Сюда! Берегись сзади! Ой-ой-ой, больно. Кто-то не хочет, чтобы мы туда попали. Мы уже близко. Так вперед! Блядь, ну это слишком похоже на арену для пизделова, реально с монстром. Нихуя себе.
реально Тюр. Тюр! Что это за уловки, Один? Какие игры ты затеял сейчас? Мы не с Одином, мы хорошие. Бога обычным канатиком привязали. И это бог войны? Нихуя. Эти клинки. А. Я тебя знаю. Еба. Бог-убийца. Ты пришел за мной, да? Дать тебе свободу. Нет, не подходи! Брат, дай-ка я! Тюр, Тюр! Слушай, ты ведь меня знаешь, да? Ты... убил Мимира! Нет, 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 нет! Да, мы же его оживили! Нет! Не подходите ко мне! Убийцы! Стой! Он нужен! Он ёбнулся. Бля! Еба! Осторожней, брат! Это не дрёт! Да блядь, нихуя хоть, ебать! Ой-ой-ой, ебать! Да, это жестко. Можно тут где-то хилка будет еще, пожалуйста? Я их слышу! Смы, бля! Враг справа! Сука! Сюда! Отрежь путь! Ебать, ты кто нахуй? Похоже, сейчас меня знатно поболтает. Так, ну этого, видимо, надо под яростью реально. Берегись, сзади! Осторожно, сзади! Осторожней, брат! Это Бибрёв! Это последний. Давай найдем парня. Я даже отхилился. Видали? Не-не-не, надо спрятаться в стрельке. Тюр, все в порядке. Все будет хорошо.
Оставь меня. Тюр, послушай, клянусь, мы не причиним зла. Мы вытащим Уходи тебя. Прочь. Отведем туда, где Один не достанет. Пожалуйста. Но мы тебя освободили. Это мой отец. Мы помогаем. Я должен вернуться, прошу. Он ведь рассердится. Разве ты не воин? Разве ты не лидер народов? Соберись! Мой сын привел нас сюда. К тебе! Глянь на него! Ты... Зачем? Ты меня не знаешь. Знаю, за что ты боролся. Ты помог великанам. Мы хотим вернуть долг. Мы? Мы уходим. Ты идешь с нами. Была статуя. Там ты с копьем. Я решил, тебе нужно... На что, опереться? Нет. Спасибо тебе, но я справлюсь сам. Но... Ладно. Я бежал, ибо не всегда вижу реальность. Он реально как-то обожжен. Порой я... Ебанутый. Не стыдись этого, брат. Сейчас очень непростое время. Вы тоже его слышите? Пора возвращаться. Капяу. Ты чувствуешь? Фух, все, два, и как раз, прикиньте, я залутал по сюжету Тюра. Респектосы всем, кто был. До завтра. Ветер дует вот отсюда. Да. Может, поблизости есть выход? Да. Следует, Блин, интересно, а этот Тюр гигантский, ну, сейчас, если на нас нападут, он будет драться? Я Трей. Мимира, ты уже знаешь. А это мой отец, Кратос. Отчего сын Спарта решил поддержать Йотунов? Моя мать была последним великаном Мидгарда, Лафей. Лафей. Я помню это имя. Она тоже пыталась помогать всем. Она ушла в свет Альфхейма. Соболезная. Да. Я тоже соболезную. Бля! Ты в порядке? Когда сидишь, обычно не так сильно трясет. Ну а хули ты сидел, блядь? Хуя! Видал? Все. Позвольте мне помочь вам. Давайте. Хотя бы в этом. Я, сука, нихуя себе. Ого! Ну нихуя, кактус жесткий, конечно. Слушай, а ты не хочешь помочь с подъемником? Ну то просто, ладно. Но зачем приходить за мной гневать Одина? Ну, грядет Рагнарёк. Надеюсь, ты знаешь. Мы думали, ты поможешь. Вы пришли со мной, чтобы начать войну? Нет. Да. Да. Тюр, приятно, наконец, повстречаться с тобой лично. Мимир, что с тобой стало? Пошел по твоим стопам. Предательство, бессрочное заключение, кошмарная пытка от рук всеотца. Ты такого не заслужил. А кто заслужил? Но у меня хоть вид из тюрьмы был получше. Мы нашли его на вершине горы. Он весь врос в дерево, и чтобы освободить его, пришлось вот так. Ему похуй, он просто развернулся, ему поебать. Главное, все довольны. Ты как? Просто я так давно не видел света. Впереди есть лесок. В тени тебе не будет так резать глаза. Пойдем в лесок, к нам домой, там... Ты сказал, Рагнарёк грядет. Да. Значит, Бальдор... Бальдор мертв.
Один отправил его найти великана в Мидгарде, а он нашел Кратоса. Ну а я пообещал довести этих двоих до высочайшей вершины всех миров, если они отрубят мне голову и уговорят Фрейю меня оживить. Мимир. Да. Речь о Бальдре. Я к этому и веду. Вы же не только рубили всех подряд. О, мы вернулись на болото. Повезло, повезло. Опа, нихуя. И чё, он будет драться? Я прикрою. А, ему охуенно, блядь. Понял. Шляпа! Ну а нахуй! Сука, ради этого стоило не спать бы вообще сутками и просто вот ради этих крутых убийств. На, блядь! Блять, промахнулся. Ща. Оп. Ай. Оп. Опа! Все, нахуй. Сейчас. Смотри. На, блядь! Как же охуенно. Последний враг. Идем. Надо уходить, пока снова не напали. Тебе стоило взять копье. Смог бы защититься. Нет. Я отказался от насилия. Но ты же бог войны. Блять, вот бы еще какой-нибудь бог войны отказался от насилия, реально. Это осталось в прошлом. Но если Один начнет Рагнарёк, ты и впрямь не будешь биться? Нет, даже если б захотел. Почему? Ты охуел? Ну, это я просто решил водичку кинуть, проверить физику воды, которой нет. Но... Не, ну так бульбушки создаются. Не помню. Создаются бульбушки, а от камня не создавались, все. И это по-вашему игра года, блядь? О, поехали. Нихуя себе. Ну просто переступить это тяжело, блядь. Прежде чем мы пойдем, ответь. Ага. 2 плюс 2 умножить на 2. Чего именно вы хотите? Секс. Ты говоришь о Рагнарёке. Вы пришли сюда за богом войны. Такой тюр вам нужен. Вообще да. Атрей. Я... Простите. Я благодарен за свободу. Мне очень нравится озвучка тюра. Прям вообще, ну, у него как-то... Не знаю, по актерски, по голосу я прям верю то, что как будто это бог, который 100 лет сидел в тюрьме, блядь. Если вы хотите, чтобы я участвовал в войне, или еще хуже, возглавил ее, то лучше убейте меня. Я не хочу войны. С меня довольно. Никто тебя не убьет, брат. Это лучше, чем дожить до Рагнарёка. Мы не хотим войны. Нам нужны ответы. Я не знаю, как вам помочь. Это не важно. Великаны тебе верили. Вот какой тюр нам нужен. Нужен ты.
Ладно. Мне нужно лишь отдохнуть. Ты отдыхал 100 лет в тюрьме, немного, блядь. Немного поесть. А, ладно. Вы убили охрану, что несла мне еду. Брат, может, расскажешь, чем закончилась та история? На нас напали сыны Тора. Мы их убили. Бальдер хотел убить Фрейю. Я его убил. А про то, как мы бились с валькириями и освободили их, и что великанов больше нет, и что они назвали меня Локи, и что мы нашли святилище, что и... с великанами? Когда мы попали в Йотунхейм, все были мертвы. Мертвы? Думаете, это Один? Мы не знаем. Я не думаю. По-моему, мы очень вовремя уходим отсюда. Ого! Что это? Подкрепление из Асгарда. Энхирии наверняка захотят выяснить, куда я подевался. Они путешествуют между мирами. А кто это сейчас сказал? По небу? У Одина в запасе трюки, о которых мы и думать не смеем. Тут не довели отправиться. Номам ничего не грозит. Теперь поздно об этом волноваться. Надо уходить. Скорее. Берегись! Нихуя себе, блядь! Бля, чё-то он жесткий какой-то, очень долго его бить надо. Вы видали, как они круто приземляются, прям реально как в Marvel, блядь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Челып, сори, конечно. Но вдруг тут секретку смогу найти. А, я тут был. Нет секреток уже. Потому что я их все уже пропылесосил. Игдрасиль. Я давно его не видел. Уже позабыл. Да. Его красоту. Тюр, ты когда-нибудь слышал от великанов что-то про Локи? Прости, но это имя мне не знакомо. Великаны очень скрытные. Были скрытны. Ну еще бы. Возможно, отдохнув. Отдохнув что? Дом в дереве. Господин Тюр, я хочу тебе такой живы. Дом теперь. Я жив? Возможно. Ясно. Он просто устал. Я сказал, что у вас найдется приют и пища. А, ну разумеется. Что ж, посмотрим, что можно устроить. Прошу, входи. Мне что-то подсказывает то, что Тюр потом все-таки возьмется за оружие, и эти гномы, типа, сделают ему какое-то мега-ебейшее копье крутое. А, мы сейчас! Да, будь я проклят. А я? Ну что, обсудим? В смысле? Что делать дальше? Нужно все обдумать. Поговорим утром. Реально. Ну ладно. Утром так утром.